искали квартиру на съемку. Пришли, его открывают? Они посадили, сказали, вот все есть, позвонили. Хозяйки позвонили. Хозяйки позвонили, все нормально. Она на работе с 18.00. Звоните, она встретит вас возле 52-й школы, покажет квартиру, ну и все как бы. Мы составили договор, они нам, мы заплатили им 800 гривен, 400 вы заплатите хозяйке. Все нормально. Пришло время, мы как бы... Ну, договор есть. Время пришло 6 часов, там что-то минут 10 седьмого было. То есть начали звонить. Телефон постоянно занят, если и несколько раз было свободно, что ну, никто трубку не брал. То есть звонили им на фирму, они дали там 4 телефона. Не один вообще один. Никто. Сегодня пришли, их охрана кричит, пошли вон отсюда, чтобы мы вас здесь не видели. Они орут все, что, мол, выходите, мы с вами будем поодиночке работать. Зашли, ну что, они как бы ждите 11 часов, там какая-то фирма даст, и мы будем вам, говорим... То есть они не предоставили свою квартиру? Ничего. Не, они не предоставили. Не взяли, а... вот, ну, вот все вот такие же, да? А можно посмотреть договор? Да. Давайте даем в сторону. Нет. Давайте в сторону, пожалуйста. Девушка, уберите, пожалуйста, камеру. Дайте людям деньги, а? Ну вы такие. А я у вас их дал. А вы участвуете. Что? Дайте людям деньги. Понимаете, что вы не проживаете? Я прошу, вы бойтесь за угол. Давайте, бойтесь. Будем бояться. А между прочим, деньги, которые вы берете, они вам пойдут на лекарства. Чтобы они вам принесли самую страшную болезнь. А вы участвуете. Вы все там, у вас было 5-6 человек. Будьте вы прокляты, тварь. И вы вместе с нами. Ко мне не придут эти подряды. Ко мне тоже. Вы смотрите, это вот так. Я не могу приехать. Я пошла, посмотрела. Разрешите, пожалуйста. Девушка, только милиция. Подождите, только милиция. А что ты меня вчера? Милиция! Я буду милиция. Только милиция! Девушка, добрый день. Вы пришли, чтобы меня встречал. Только милиция. Только милиция. Я дежурный следователь, старший медведь. Кто здесь старший, возможно? Нет, тут старших. А вы кто здесь? Офис-менеджер. Можно у вас есть? На вас тут здесь любили, да? Можно, да? Где можно в удобном месте? А кто здесь, еще? Здесь, а кто еще помещение есть? Вот это тоже наш офис-менеджер. Давайте выйдем сюда, не переживайте. Ну так просто здесь снимают, я не хочу, чтобы меня снимают. И при этом человеке я никакие данные свои возьму, давать не буду. Не, мы у вас объяснение возьмем. Данные вы же будете брать мои данные, же правильно, сколько я понимаю. Да, правильно. Да. И я при этом человеке никакие данные давать не буду. Я не буду давать ничего своего.